Историко-культурное и научное наследие Казанского университета велико. В стенах нашей альма-матер учились и работали великие люди. Университет и сегодня динамично развивается, сохраняя историческое наследие. Оно представлено в коллекциях университетских музеев. Чтобы о них узнало как можно больше гостей и жителей республики, в Казанском федеральном для туристических компаний прошла презентация экскурсионных программ по музеям и лабораториям КФУ. Здесь же были решены организационные вопросы, например, стоимости и продолжительности посещения музеев. Для турагентств также состоялись обзорные экскурсии в этнографическом, зоологическом музее, в музее истории и многих других. В ходе презентации приняли участие представители 20 туристических компаний. Казанский федеральный университет в настоящее время предложил новый туристический продукт. Многогранный, интересный для разных категорий населения, а самое главное, доступный по цене жителям нашей страны и иностранным гражданам. Совсем недавно появился новый формат посещения музеев – игровой маршрут по экспозициям – квест-путешествие в университетском пространстве. Отметим, что каждую субботу в КФУ открываются двери для всех желающих для знакомства с университетом. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Роман Самарин, Универньюз.